власть является тем, на что разрешает народ. Суть любой власти, независимо от страны, одинакова. Если разрешить, пойдет к беспределу. И просто важно, важно это видеть, важно реагировать и не смотреть на это с точки зрения сказки. Потому что мы, ну, много эфиров, например, делаете, да, проекты и так далее, и так далее. Это проекты, знаете о чем? О том, что за рекой, когда нет моста. А мост – это новая конституция. Да. И можно себе рассказывать что угодно. 100%. Да? Пока не займешься постройкой моста, ничего не будет. Да. Ничего не будет. Просто это будет один бред. Рассказы, сказки, утешения и так далее. Да. Так далее. Будет. Реально и разделение народа. Да, отсутствие суверенитета, как внутреннего, как внешнего. И реально проигранная война будет. Угу.